Многодетная семья Комогоровых приобрела дом в Заречной части Бийска около 5 лет назад. И сразу поставили цель – подключиться к газу. Этой осенью голубое топливо пришло в дом. Преимуществ очень много на самом деле у газа. Прежде всего для нас очень важно это то, что постоянная температура поддерживается в доме целый день. То есть в отличие от печного отопления, когда температура утром одна, днем батарея остывает другая, и пока не потопишь, она не становится такой. Ну, с газовым отоплением теперь все будет иначе. Здравствуйте. Весомой помощью для льготной категории жителей края, к которой относится семья бичан Комогоровых, при подключении к газу стала мера социальной поддержки. В этом году ее уже получили 960 семей в регионе на общую сумму 65 миллионов рублей. На данные цели предусмотрена компенсация в размере 100 тысяч от общей суммы затрат, которые необходимо провести в рамках догазификации. Это установка оборудования, подведение от границ земельного участка до домовладения. На территории Бийска под догазификацию попадает более 10 тысяч домовладений. Для подключения большей части из них необходимо строительство распределительных газопроводов. На данный момент запустили 11, общей протяженностью около 45 километров. На данный момент сейчас у нас подано заявок порядка 5000. Эти все заявки практически, если быть точным, 4347 заявок переведены в статус договора и обеспечено, исполнены договоры до границ земельного участка до 3826 домовладений. Сейчас идет активная фаза запуска объектов. Только за последние 2 месяца на Бийском участке компании подключили к газу 291 абонента. Руководство «Газпром» газораспределения «Барнаул» отмечает, в связи с увеличением в осенний период заявок на подключение, в Наукоград будут направлены дополнительные подразделения и мобильные бригады. Дарья Федоркина, Илья Петков. День с толком.